Всем привет, друзья! Меня зовут Ксюша Перегрин. Я родилась и выросла в Пятигорске на Кавказских минеральных водах. КМВ – это группа городов-курортов. Оазис в Ставропольском крае, сочетающий в себе потрясающую природу и атмосферу постоянного отдыха. Ну что, погнали? Я вам сейчас такие места покажу. Первая наша локация – это гора Кабанка, одна из 17 гор-локалитов. Высота горы небольшая, всего 767 метров. Кто-то может сказать, что это вообще не гора. Вершина Кабанки – небольшая пологая площадь, покрытая лесом. И в чем прелесть этого места, спросите вы? Виды. Кабанка – это кусочек Перу с ее Мачу-Пикчу в России. Посмотрите сами. А еще сюда можно прийти, чтобы устроить атмосферный пикник. Мы, местные пятигорчане, любим горы. И такого рода отдых для нас – привычное развлечение. А теперь перенесемся в нашу вторую локацию и окажемся с вами на самой высокой и, по моему мнению, самой красивой горе нашей местности, а именно на Бештау. Именно эта гора дала название городу Пятигорску. Бештау переводится как «пять вершин», а Пятигорск располагается у ее подножья. И мы пришли в секретное место, о котором знают вообще единицы. Это языческий лабиринт. В 2008 году по инициативе Русского географического общества был выложен данный объект. И говорят, это место окутано мистикой. Зачем нужен этот лабиринт? И действительно ли он обладает какой-то силой, я не знаю. Но что я точно знаю, рядом с этим местом есть обалденная скала. Пойдем заберемся на нее. Отсюда открываются потрясающие виды на Кавказский хребет, ну, который видно в ясную погоду. Здесь ты можешь побыть наедине с собой, взять книжечку, чаечек, смотреть свысока на всю эту красоту и, ну, кайфовать, наверное. Наша третья локация – это смотровая площадка в поселке Капельница. Совсем недавно здесь появились современные арт-объекты. Это идеальное место, чтобы насладиться панорамой наших гор и проводить закат. Ну и в завершении, естественно, непрошенный совет. Ломайте рамки в голове, покупайте билеты и отправляйтесь жить эту прекрасную жизнь.